регистрации в белорусской команде. Партнеры из Беларуси, кричите «Ура!» Вам стало намного проще и выгоднее сотрудничать с нами, с компанией Siberian Wellness. Поехали, расскажу почему. Привет-привет, на связи Динара Смирецкая, бизнес-лидер компании Siberian Wellness, а также многодетная мама. И сегодня расскажу, почему же моей белорусской команде, моей веточке стало так проще и выгоднее сотрудничать и работать с нашей компанией. Посмотрите, сколько регистраций проходит за эти дни в моей белорусской веточке. А все почему? Да потому, что наконец-то на территории страны Беларусь отменили принцип запрета продаж БАДов через аптеки. Это было не то чтобы тяжело, ко всему человек привыкает, но все равно очень много клиентов отказывалось идти в аптеки за покупкой продукта. Дело в том, что на территории Беларуси было запрещено продавать БАДы и витамины через онлайн-магазины. Эти средства, эти продукты можно было купить только в специализированных аптеках. Смотрите, все это время, весь мой период работы в Siberian Wellness, это больше чем полтора года, мои партнеры, мои клиенты из Беларуси могли заказывать через онлайн-систему только косметическую продукцию. БАДы и витамины было заказывать нельзя. На территории Беларуси БАДы и витамины они обязаны были покупать только в специализированных аптеках. Это сильно усложняло их работу. Но сильным лидерам им все нипочем, они ко всему привыкают, они могут наладить свою работу, подстраиваясь под любые условия, но все-таки клиенты были этим не очень довольны. Клиенту, которому неудобно было идти в аптеку, далеко, лень, ой, забыл, запил, забыл. Короче говоря, эти клиенты, ну, мягко говоря, сливались. То есть вроде бы люди их консультировали, с ними работали, но в итоге клиенты до аптек не доходили. Отправить все через онлайн-магазин это гораздо проще и удобнее. Не каждый партнер найдет время для отправки заказов почтой. Это немножечко напрягает, но при этом не все клиенты соглашались идти в аптеку и покупать БАДы и витамины там. Большинство клиентов хотели, чтобы им все привезли домой или сделали доставочку на ближайшие какие-то пункты выдачи. Но сейчас наконец-то все это дело упростилось. Мои партнеры и клиенты из Беларуси просто кричат от радости, потому что наконец-то в Беларуси приняли закон, ну, по крайней мере, в отношении компании «Сибирское здоровье», что всю продукцию можно проводить через онлайн магазин. Ребят, это невероятно упрощает нашу работу. Упрощает работу девчонок и мальчишек, которые со мной сотрудничают на территории Беларуси. Взрыв эмоций, поток регистрации, потому что люди сразу же захотели присоединиться к нашей компании в качестве клиентов и в качестве партнеров. Люди после регистрации сразу покупают продукт. То есть, если раньше человек зарегистрировался и там мог неделю, две, три доходить до этой аптеки, в итоге сливался, в итоге клиент пропадал. Ну, то есть, было очень тяжело, поверьте. То сейчас люди регистрируются, сразу же берут продукт, присылают нам довольные отзывы. В общем, в полном восторге. В общем, друзья, Беларусь, мы вас открываем заново. Страна вновь открывается для невероятных возможностей и невероятного рывка в плане бизнеса с нашей компанией «Сибирское здоровье». Так что, ребятки, кто еще не знает о нашей компании, пишите мне по ссылкам, указанным под этим видео, или сразу же в личечку переходите в WhatsApp или Telegram. Все расскажу, подскажу, расскажу про маркетинг-план, про условия работы, расскажу, какое обучение проходит в нашей команде. Мы работаем исключительно онлайн, мы не работаем на земле, у нас нету спама, нету списка звонков встречи. В общем, работаем человеческими современными методами. Короче говоря, друзья из Беларуси, работа кипит, бурлит, регистрации тьма. Присоединяйтесь. Если нужна работа, если нужны деньги, добро пожаловать в нашу команду. Все, всех люблю, целую. Новость огонь. Надеюсь, вам понравилось.